Да, Day and Night Club – это спа-комплекс, который рад приветствовать всех гостей со всего мира. Вы можете просто отдохнуть у нас и получить максимум удовольствия и релакса. Приходя к нам в наш комплекс, люди могут посетить три сауны. У нас есть финская, римская, парная, средиземноморская. Также у нас есть соляная комната, есть бассейн в помещении, открытый бассейн на улице, также есть три джакузи открытых. Вода в джакузи 38 градусов, вода в бассейне 32-33 градуса. То есть никакого страха, что вы замерзнете. На втором этаже у нас есть зона отдыха, есть спортивный зал для тех, кому не хватает экстрима, возможно. Есть массажный кабинет и, конечно же, для наших маленьких, но самых любимых посетителей есть детская комната. Для наших гостей также открыт ресторан на первом и втором этаже. Это может быть и завтрак, обед, ужин. Как на первом, так и на втором этаже есть бары. Рады всем гостям. Мы ждем каждого, каждый для нас особенный гость. Когда вы придете, начнете утро с Вода Клаб, вы не ошибетесь. Начиная от завтрака, заканчивая приятным отдыхом, приятным релаксом. Приглашаем всех на Вода Day Night Club на Буковеле вместе с ID Fashion. Это один из самых наилучших ресторанов традициональной украинской кухни на Буковеле. Даже самого изысканного гурмана просто удивляют наши национальные гуцульские блюда, такие как банаш с очень ароматной брынзой, шкварками. Еще просто ароматнейшая грибная юшка, настоящий красный украинский борщ с пампушками и чесноком. На выходные дни у нас есть блюдо от шефа, блюдо дня. Мы жарим барана на вертеле возле нашего мангала. Приглашаю всех гостей в наш ресторан «Фельварок» на Буковеле вместе с ID Fashion. Если вы ищете уютный и хороший ресторан, вам непременно стоит посетить ресторан «Lucky Bull» в Буковеле. В нашем ресторане представлены лучшие гастрономические тенденции азиатской, японской и европейской кухни. Это единственное место на Буковеле, где можно попробовать азиатские блюда, приготовленные в сковородке вок. Отличное стейк-меню. Особенностью является приготовление стейков на открытом древесно-угольном рабато-гриль. Наши гости могут увидеть, как готовятся их любимые блюда нашими шеф-поварами. Уютная атмосфера, вкусная кухня и разнообразие блюд сделают вечер незабываемым в ресторане Lucky Bull для каждого туриста и отдыхающего в туристическом комплексе Буковель.
приглашаем всех посетить ресторан Lucky Bull вместе с Эдди Фэшн. Паб «Кухель» – это один из первых ресторанов холдинга «Картель». Это традиционный пивной клуб, где встречаются и отдыхают с друзьями, где болеют за любимую команду, где наслаждаются хорошим разливным пивом и вкусными блюдами. В меню нашего заведения 8 видов разливного пива и большой ассортимент блюд – это и ароматные колбаски, сочные стейки, ребра барбекю, несколько видов бургеров, аппетитная галунка. Этот вкусный перечень можно продолжать до бесконечности. В выходные и праздничные дни гостям нашего заведения подарят свою музыку начинающие профессиональные музыканты. Приглашаем вас в паб «Кухель» провести дружеский поединок, играя на бильярде. Вас всегда тепло встретят. Вкусно и сытно угостят. У нас комфортно, демократично и весело. Ждем вас! Это паб «Кухель». Вы смотрите ID Fashion. Веранда – это такая себе бухточка для горнолыжников, сноубордистов, которые решили после насыщенного катания, либо в момент насыщенного катания расслабиться, пообедать, как бы ни была загружена веранда. Концепция такая, что там все равно будет спокойно, уютно и максимально-максимально расслабленно будут себя чувствовать люди. Бар – это коктейли, это контактный бар, очень большой, как вы можете видеть. И довольно комфортные посадочные места, большие для больших компаний. По коктейльной карте это классика, это твисты на классику. По кухне мы готовим холодные закуски. Это испанские тапасы, маленькие закусочки, салатики. Максимально простое все. Вот то же самое действует на бука-баре. Это застекленный весь полностью фасад, который дает возможность наблюдать за горами, за тем, как работают ратраки. Люди могут наблюдать за тем, где они будут подниматься завтра. В 10 часов у нас играет диджей, который совмещает вечеринку с бука-баром и с верандой непосредственно. То есть здесь более активное движение, там это лаунж для тех, кому надоело активничать. Мы находимся в Боковеле, приглашаем вас в лаунж-зону «Веранда» и новый «Бука-бар» вместе с ID Fashion.